понеслась. Викторович, да поднимайте, клюет, давайте, давайте, Викторович, да, давайте. О. Так, это какая, полкило или 700? Бум! Короче, кабаны. Проход кабанов, друзья, поддержите видео лайками, нашу компанию, комментарием бодрящим, потому что в Киеве нулевая температура, а мы косим плотву. Плотва плотвинская. Кабанская, красивая. Ох, какой улов, прекрасный, замечательный. Плотва какая монстрская, классная. Отправляйтесь на рыбалку, ловите трофеи, несмотря на погоду и время года. Григорьевич, это ветровое течение пошло. Рыба есть, кстати. Григорьевич, на берег давайте ее. Подсак, Леха. Подсак. Так, это какая, полкило или 700? Григорьевич, ну сюда подойдите. Свет же у нас не этот, не резиновый. Да, что-то. Смотри, какая. Монстр. А глазища какие злые. Сейчас. Григорьевич, ну как вам это удалось? Еле, это что? Ну, вон, руки до сих пор трясутся. Ну, тут что, такой улов, ну, это же трофей. В садок, Григорьевич, в садок. Нам для общего фото надо больше двух рыб. Она в горловину не пролезет. Ничего страшного. Крупная. Ничего страшного. Сидит или не сидит? Ну, кто что клевал, это пар. О! Есть? Хорошенькая. Так, вот она, трофейная. Плотва трофейная. Хорошая. Плотва хорошая. Хорошая плотва. Так, и что, сюжет убыть? Григорий загибает, давайте, загибака. Бум. Алексей, я предлагаю снимать такую рыбу в макрорежиме. Да. Какой кормачок классный. Какой край поднимается, да? Да. Оказывается, есть хороший кормачок. Не, не тот, потому что тот я уже оборвал. Остался последний. Григорий, что там? Что там? Так как мимо, ого! Если порошково, если вы живете. Так, Григорий, сейчас я. Не, ну ты возьми, ты. Леха, вот это авторитет, не то, что ты. Посмотри на этот трофей. Вот этот трофей. Виктор, три абсолютно одинаковые рыбины. Да, посмотри внимательно на размер рыбы. Вот посмотри. А ну, Григорий, покажи. Чтобы он посмотрел на 100 граммовый и 80-граммовый. Ну, я вам скажу, у меня была уверенность 90%, что мы даже поклевку не увидим. Григорий, я можно? Давайте мы с вами станем рядом. Нет, Леша. Я вас прошу. Ты не можешь, рот. Взевай ротов. Я к вам. Да, тогда и свет. Ну, конечно, свет сюда, потому что что? У меня не клюет, у вас клюет. Не, лютые клеваки, сейчас как пойдет, Григорий, я вообще вам говорю. Рыболовный привет! Вы на канале Страшная Рыбалка, и у нас сегодня чудом случится сюжет. Рыбу мы поймали, хоть в это не верили, поэтому смотрите, у нас хороший свет, прекрасная лампа и Виталик, тянущий плотву. Это вы друг друга задели. Не важно, все равно как... Тяните! Ну я там поводочек поставил как надо. Не, по-моему, есть рыба, Виктор? Ого! Хоп! Хоп, стоп. Одна в одну. Одна в одну? Не, ну это меньше. Да ну, у Григорьевича было на 10 грамм больше. Такая же, как у вас. Ну, да. Викторович, там на кончик не обращайте внимания. Он, по-моему, не по диаметру. И он может там выскакивать. Да. Кормушка хорошая, Григорьевич? Да. Долго я вам о чем говорю. Потому что вот эти кормушки, вот этой формы, реально... А вот как только пришел в рыболовный спорт, юзаю, вот это именно форма. Они реально кормоемкие, правильно, для рыбалки. Ну, Викторович, мы меряли, кстати, кормоемко. Сейчас продолжу этот дискус. Маленькая. А мы еще, Викторович, на Кубке Украины разбирались. То есть вот эта сотка и ее размер, она типа перекармливала рыбу. А 80-ка была тупо эталонной. Так что вот тут такая грань. Вроде 20%. Ну 80-ка. Ну 80-ка, имеешь в виду квадрат? Да. У нас, Викторович, скоро будет постанчина разноцветная.
У нас будут ликвиды вкусовые. Опа. Секать. Оп. Ого. Ого. Серёгович, полкила говорите, да? Полкила. Сейчас на грудь буду. Опа! Авторитет. Это говорю серьезно вам. Так, Викторович, подсветите. Чем? Так хоть на рыбу. На рыбу? На. Я не знаю, а камера хоть включена? Есть. GoPro пиши. Да, вышел. О, и тут включено. Надо? Точно надо. Еще и фильм может получиться. Слёшь. Ой! Это вы же ее вперед высуньте. Еще на вытянутых руках. У меня слово высуньте ассоциируется. Ну, вон там, я... такая плотва прямо в Киеве ловится в заброс. Забрасываем мы редко, но зато метко. Сейчас нужно сыпушкой просто кормить и все. Я поэтому, Викторович, взял и замешал. Мотылика тогда добавлять, подавить его. Слышал, чуть-чуть. Я по этому поводу. Я стоял, горох варил, страшный. Ну это я, если быть честным, надо умер. Ну, потому что у меня был килограмм сухой прикормки. Я думаю, ну Григорий что-то сварит, какую-то шляпу. Так, у Григорича где-то здесь лежит пуф. Пуф может зарулить, Григорий. О, пуф. Ну что, рыбалка у нас с разной интенсивности. Замотались шарфами, попытались распалить костер мысленно, но... не получилось, дров нет, ничего нет. А, мысли плохо горят. Мысли плохо горят. Поэтому мы решили не париться, а просто ловить плотву. Уже, наверное, штук 7-8 у нас в садке. Классный клев. Заметили, что лучше клюет на длинный поводок полутораметровый. Такой пучок мотылей с опарышем. Вот и на это как бы следует поклевки. Я еще сейчас нашел у Сергея Григорьевича пуфика чесночного, надену вместо пенопластика. Вам тоже рекомендую пробовать. Интересная очень такая всплывающая история, часто работает. Кстати, узнали место, где мы находимся? За моей спиной мост. Вот, пишите в комментариях ваши варианты. Это город Киев, его черта, поэтому можно угадать 4 раз. Звезды какие прекрасные. Ну, Викторович, я объективно удивлен, что мы что-то поймали. Чего? Это как ноябрь месяц. Здрасте, в этой территории всегда клюет ноябрь. Да? Я вам сейчас посажу правильную насаду. Что, трепинки? Вот так, оп. Я же сказал, оп. Одну так, одну так. Оп, и мотыля. Да не надо мотыля. Да не надо. Ильич, надо мотыля. Без мотыля не поймаешь ни, ни уя. Не надо так вот тебе, там же он валяется. Не надо тебе мотыля. Я тебе еще раз говорю, Серега. Не делай с этим мотылем еще. Возьми один опарыш, чулочек, пиночкой закрой и брось. Все. То есть так вот, ну, добротно там за сандальте на тот берег. Тот берег не видит. Понеслась. Григорьевич, не добро. Не добро. Григорьевич, рубайте. Да. Стоп, тихо. Стоп. Ну, сейчас. Поднимаем. Кабана мы вынимаем. Григорьевич, свет на вас, камеры. Викторович, рубайте. Хорошая, давайте. Это, наверное, Григорьевич, не? Как забилось. А? Что-то мне кажется, что вы тянете одну и ту же рыбу. Так, в общем. Хорошая? Короче, кабаны. Проход кабанов, друзья. Поддержите видео лайками, нашу компанию комментарием бодрящим, потому что в Киеве нулевая температура, а мы косим плотву.
И что? Викторович, а по-моему есть? Викторович, есть? Есть? Есть! Сюда! Кабан какой! Ура! Григорьевич, а у вас что? Так, так, Викторович, на камеру, пожалуйста. Так, пока. Мы переводим на вторую, что там? Давайте ее сюда, там. А там плотва. Ого, вот это называется проход. Давайте, Григорьевич, туда. Кстати, проход реально начался. Проход начался. Проход. И смотри, закрашу губы аккуратненько так. Просто закрашиваю. Просто. Знаешь, что не хватает? Не, она, мне кажется, вот просто когда течение, она, она либо куда-то вытесняется. Она уходит куда-то на яму, садится глубже, да, чтобы ее не дуло. Да. Да, а потом, когда она идет на отмель, потому что на отмеле она может пожрать. А там же глубины, где вы бросаете, нет. Здесь по сравнению с тем, типа глубина и яма. Здесь условно сколько? Ну, метра 4, Григорьевич, а больше не. Ну это мел. Там, Викторович, метр, наверное. Тут тупо тынь и все. Кстати говоря, вот этот тынь, там может и. Там трава. Там тупо вот. Заросли. Да, я же. Кстати говоря, она может как раз к ним идти, потому что там, знаешь, что-то может еще. И течения нет такого. Клев у нас неимоверный. На самом деле, для столь поздней поры наловить там десяток плотвин в вечернее время — это уже большой успех. Вот Сергей Григорьевич сейчас на заднем фоне будет подсекать очередную рыбину, а я коротко прокомментирую то, что сработало у нас сегодня. Первое — это очень длинный поводок. Не знаю, с чем это связано, на метровый поводок клевало в разы поскуднее, работало полтора плюс метра. Насадка один опарыш плюс пучок мотылей, 3-5 пинок плюс пучок мотылей, достаточно объемная насадка. Из поводков у нас 0,14, крючок 12-13, достаточно крупный. Резинка — это наш фидергам, собственной разработки. В общем, достаточно эластичный и мягкий, потому что приходится перетаскивать через траву и жесткую бровку. Поклевки более чем четкие, рыба ведет себя агрессивно, но клюет периодами в зависимости, видимо, от прохода. Когда течение сильное, клюет, не клюет, потом пауза в течении и следуют поклевки на двух удочках сразу. Нет, а по-моему клюет. Это клюет. Давай, у меня рука не. Или это Григорьевич клюет? А я тоже там. Что-то есть? Да? Легче стало? О, я тяжелее наоборот. Да не, Григорьевич, я. Нет, разные. А тут хорошая плотвина, кабанская. Иди сюда, я давай. Давай, давай. Григорьевич, это что за типа полкило? Да. Да. Значит, грамм 70 будет от силы. Не поднять не могу, гляньте. Я говорю, 70 грамм. Да реально кабанская, гляньте. Да, я говорю, 70 грамм будет. Насколько я ошибся? Ну, насколько? Ну клевало так красиво. Ну, хорошо, я ошибся на грамм 10. Красиво. Ну, поклевка была видна, четко. А Сережа поспешил. Ну, плотва плотвинская. Кабанская, красивая. Проход у нас сейчас идет. Буквально на минуту. Не поспешил бы, тоже была бы поклевка. Сейчас исправим, все устроим. Синяя рыбалка. Синяя рыбалка все заключается. До поклевки. Все остальное — это эмоции. Так была или не было? Не было. Не было поклевки. Это все имитация. Григорьевич, а ну скажите вообще, была поклевка или не была? Была поклевочка, была. И как она выглядела? Дрожь какая-то. Дрожь это было от чего? Вот даже как сейчас от ветра, да? Не-не-не. А может, ты просто дрожишь и близко к фидеру все дрожит? Если сомневаетесь, Григорьевич, секайте. Клюва. Ничего себе клюва, у Лёхи. Викторович, я не могу, у меня камера. Рука болит у человека. Подсобите или уже пойдете? Кабан. Нет, там хорошая рыба на грамм 70. Ну просто на буду. Давайте, надо тяну. Да, возьми, пожалуйста. Беру. Хорошая. Это Катя. Вот, не, по-моему, нет. Нет, слышишь, дергалась хорошо. Нет. Зашла, да, вот ты взял в руки. Ну я взял в руки, ну вот так. Но клевала красно, да? Так рыба тупо была на крючке хорошая. Ну, грамм 70, все было в центре.
Да, и на крючке все обсосано, 100% была поклевка, согласен. Спору нет. Опа! Я насадочку сейчас покрупнее. Мне все-таки кажется, Леша, что Григорьевка, вот, чем дальше, тем не лучше. Тем не лучше? Вот сейчас не лучше, однозначно. Вот у него вот визуализация, вот, у тебя четко проследуется. Вторая рыба, по времени, поклевка, все хорошо. А у него... Ну я четко в клипсу, у меня шнур четко закончился. Ну сколько метров? 80 оборотов. Шнур четко закончился. 8,756. Не, 8 на 8. Ну где-то 65 метров, да. 65-70 где-то так. Клев эпизодически. Постоянно есть какая-то жизнь на точке. Она связана с водой, она связана с подачей, и сейчас она связана с дистанцией. У Григорьевича дистанция более дальняя, там почему-то клюет эпизодично и еще реже, чем у меня. А у меня реально 80 оборотов на катушке шнура, и он закончился, оборвался. И вот я кидаю четко на эту дистанцию, у меня там все хорошо, там все клюет. Да, Григорьевич ловит на горох. Я сейчас добавлю еще раз. Добавлю поклевку, и реально добавлю касатку. И есть большой нюанс. Классная прикормка горох осенью, я ее люблю использовать, но Сергей Григорьевич сделал кучу гороха и мало сухарей. Поэтому у него горох не вымывается из кормушки, и он вообще уничтожает всю логику прикормки. Посему сейчас нужна прикормка пылящая, мелкофракционная и черная. Для этого мы используем черную краску от NHNL, для того, чтобы закрасить панировочные сухари, и наша смесь была более темной, не отпугивала рыбу. Поэтому берите на вооружение, обязательно берите с собой мотыль. Сегодня мотыль работает в прикормке, мотыль работает в насадке, с пиночкой, с опарышами, в подсадке. Вот такой вот комплекс, основанный на мотыле и темной прикормке. Такой подход дает результат. Применяйте и будьте с уловом. О, Викторич, по-моему, клюет, да? Да, клюет чудесно. Подсекаем. Латвину мы вынимаем. Хорошая забилась, хвостом помахала, сошла. А такая песня получилась бы, да? А мне кажется, знаешь, что сошла? Поводок нужно укорачивать. Ну, клевака ж хорошая. Клевака стабильная, мелкая, без вот этого всего. И нужно укорачивать. Мне кажется, что зацепился просто. Ну, я сейчас два опарыша, если честно, поставил. Так два опарыша и в работу идут. Ну, мне кажется, все-таки длина очень большая поводка. Нужно чуть короче. Я бы, честно, поставил бы сюда другой монтаж. Гляди, какая насадка. Сейчас один опарыш поставлю. Да. Почему я так сказал? Потому что, когда я доставал плотву, она была за краешек губы. То есть, все-таки длина, может, нужно чуть-чуть короче, чтобы она... Или более жесткий монтаж. А? Или более жесткий монтаж. Ну, понятно, жесткий монтаж. Ты же сейчас стоит у тебя монтаж колоса. Скрутка. Сейчас спокойно бери там 15 сантиметров 6 и вперед. Так, мотылечек отправляется в свободное плавание. Мы сегодня взяли пару сот грамм. И он опять пошел в воду. Ой, прикормочки какой мы насыпали. Григорьевич, да? Или нет? Чуть-чуть мы не выловили ее. Тоже выпускаем. Пусть плывет. О, Григорьевич, срочно надо, клюет, потому... Клюет. Да то кажется. То катит. Не, клюет. Оп! Это у тебя клюет. У меня клюет, много клюет. Так подними. Все, Ольга, давай пока мне клюет. Монстр краб? Ты посмотри, какая добрая для ноября плотва. Отлично. Ох, она какая. Ох, какой улов прекрасный, замечательный. Плотва какая монстрская, классная. И все это благодаря работе над собой, силе воли. Да, Сергей Григорьевич? Я сам не верил, что вы... Я сам верил. Что дно не за горами. Так, ну как? Отлично, рыбалка очень неожиданно. До такой поры времени. На самом деле сейчас на улице минус один.
Ого! И как бы там ни было, рыба ловится, рыба неплохая, рыба очень хорошая. Рыба очень хорошая, и мы ее отпустим. Во свояси. Во свояси. Все, фоточку, Сергей Юрьевич, и добрый вечер. Добрый вечер. Вы светите, а мы будем выпускать, чтобы хоть что-то видно было. Ай, хорошая, хорошая. Во! Смотри. Батончик. Ой, вот еще батончик, смотри, какой батончик. Как еще? Не, да, не, сейчас не. Оживет. Да вы всю высыпите, пусть она климатизируется. Так. Тычка нам нужна зачем? О! О! Страшный реаниматор. Вот, вот этих давай. Смотри, подожди, там 50 так не поймали. Так, Григорьевич. Ну что, у нас рыбалка удалась. Пусть она удастся и у вас. Отправляйтесь на рыбалку, ловите трофеи, несмотря на погоду и время года. Всем пока, ну а с вами был Алексей Страшный и канал Страшная Рыбалка. До новых рыболовных встреч!